Всем привет, зрители и подписчики наших каналов. Случилось нечто невероятное. Мы с Максом решили поиграть в такую игру, которая называется World of Tanks. Некоторые из вас нас спросили об этом, и вот мы, собственно, сподобились. Да, ребят, всем привет. Собственно, я вот, давайте я вам покажу, где там исследования, да, надо нажать. Вот, у меня ни одна ветка не прокачана, то есть вот раз, я все покажу быстренько своим. Вот, купил только танк за кого мы там играли? За Британию и вот за Китай. Да, за Британию я купил вот танчик, мне Олег вот сказал, что покупать, я вот купил, продул первый бой и все. Ну, в общем, за Британию мы будем пробовать качать ПТСАУ, за японцев, за китайцев мы будем качать просто одну ихнюю ветку. О, для тех, кто не знает, у меня, в принципе, есть как бы танчики, их довольно много. Ничего нету. Я играю первый раз. Ну, в общем, их хватает. Да, в общем, я нажал готов, давай, так, нажимай готов. Подожди. Да, я сольюсь. Подожди, я сейчас покажу, что у меня есть. У меня в ангаре, в принципе, есть какие-то танки. Даже на канале есть какое-то видео по World of Tanks, но это такое. Вот. Сразу скажу, народ, это видео никоим образом не хочет показать, какие мы скиллы. И так я далее. Я первый раз в игре. Вот. Я мега крут. Учитывая, что я играю настолько хреново, что, возможно, даже где-то мы с Максом, в общем, на общем, одном уровне. Смотрите меня. Мы с Максом на одном и том же уровне, в принципе, находимся. Я первый раз в игре, я еще не знаю свой уровень. Танкового развития, вот. Поэтому сильно тапками в нас не кидайте. Мы просто развлекаемся. Если вам это не понравится, мы все равно будем записывать. Давайте немного два слова про вот эти танки, которые мы, собственно, начали качать. Поражение! Да, проиграли. Это мой первый бой был. Да. Давайте я нажму подробнее. Мне интересно, что тут вообще написано. Вот, я был вот таким вот танчиком, я доблестно помер сразу в первые же секунды. Да, я даже 21 единицу опыта заработал. Опыт 68! В общем, ну, я не знаю, кто не знает, что про этот танк. Обычный китайский танк. Будем пробовать играть, не знаю. Если захотите, можем какие-то исторические рассказы про них искать, но это потом. Я целых 3 выстрела сделал, 0 попаданий. Там крутой байк стоит. Я, честно говоря, очень давно в игру не заходил. Вот этот ангар для меня вообще непривычен. То есть это новый тип ангаров. Премиума у меня нету, к сожалению. Да, в общем, мы будем сейчас тут вообще маньячить по полной. Маньячить будем сливаться. Я думаю, мы будем записывать в стиле... вот две ветки будем качать, китайцев и британцев. У китайцев, опять же, повторюсь, одну ветку, у британцев ПТСАУ. Британцев. Вот. Бритиш. Бритиш ветка. Гоу, давай. Да подожди, я ж хочу досказать. Ладно. И видео будет, скорее всего, состоять типа из двух частей. Как мы слились на британцы, и как мы слились на китайцы. Ну или обратно. Вот, будем делать, наверное, паузы. Ну, в общем, как-то там придумаем. Вот. То есть, а если мы все-таки не сольемся, а выиграем, то это будет прям... Да, то это будет прям видео. Круто, да, да. В общем, все, давай начинай, в бой. Начинай, да. Сейчас попробуем. То я поиграл там буквально минуту и все, я в ангар вышел. Я еще не понял, нравится мне игра или нет. Я когда-то давно играл в World of Tanks и сыграл буквально там боев 5, и это было пару лет назад, наверное. Ну, вот как только еще World of Tanks выходил. Ну, чай найдет нам достойных противников. Ага, таких же нулей, как и мы. Ну да. Был бы минус левел, нашло бы минус левел. Так, мы сейчас на этом. Сервер World of Tanks Ru 3. У нас там 68 тысяч противников есть. Да уже вообще. Не, ну что, мы не в днище. Против нас вон 2 МС первых. Китайские танки. Поле боя. Да, кстати, я на ультра настройках играю. Выше поставить нельзя. Я играю на каких-то средних, наверное. Тут наоборот, кстати, на высоких настройках. Ничего не видно, да? Ничего не видно. Ясно. Ну, попробуем поиграть сейчас. Если сольемся, вы уж сильно нас не ругайте. Я вижу тебя. Веди меня в бой. Я буду за тобой ехать. Мы танки, то есть мы не должны... Ну, хотя фиг его знает. Давай попробуем поехать вот направо, за озерцо, короче, куда-то туда подальше. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, дайте проеду, бип-бип. Танки очень медленные. О, да, тащерские танки. Поехали вот так.
Он туда. Налево? А вон бокс поехал, 839, давай за ним. Можно даже пострелять. Бум! Ты быстрее денег... меня едешь. Мне денег жалко на пострелять. У меня они бесплатные, эти, по-моему, патроны первые. Ну тогда нормально. На! Только не стреляй в своих. А ну иди сюда, бокс. Ща я тебе поднапну. Наши вообще где-то уже поразъезжались, я их на карте вообще не вижу. Ну, радиус как бы у нас маленький, рации, скорее всего. Бодрое танковое рубилово, блин. Поворачивай налево. Вон, видишь, камень стоит. Вот за этим камнем встанем и будем стоять. Встанем и будем стоять. Бодрое танковое стоялово называется. Ой, блин. Давай, я дыр-дыр-перть. Я даже не знаю, что у нас это вообще получится, цикла. Как там, у меня путь воина Warface, еще путь воина World of Tanks. А, я зашел так попробовать что-то новенькое. По-моему, я камень проехал. Наверное. Ну, едь прямо. Да я же еду, я что-то... Мы же мега быстрые чуваки, короче, нам надо светить. Искать себе врагов. Там уже кто-то кого-то уничтожил. Ну, везет кому-то, что я тебе могу сказать. Я очень медленный танчик. Я китайца, ничего не знаю. Так. Ага, я вижу границу карты, все. Туда я поеду. Туда ты не сможешь поехать. Я вижу камушек, за которым можно бодренько постоять. Если я до него доползу, какая музычка интересная. А я музыку, по-моему, или выключил, или не выключил. У меня она что-то не играет. Какой же он медленный. Бодрячком. Эй, ну не стреляй, ты нас палишь. Все, я бодренько стою, смотрю сюда. Ага. Ну, тут даже приближать можно, нифига себе. Ну да. Поехали в деревню, чё? Вон там двое едут, короче, мы с этой стороны, не с этой. Притом наших троих уже слили, блин, у них четверо слили. Погоди, дай я хоть кого-нибудь... Ну ладно, едь, а я тебя буду прикрывать. Нет, ты лучше за мной едь. Не-не-не. Чё, сливаться так вместе, хе-хей. Давай лучше я за тебя буду мстить. Тут как бы, если ты больше проедешь, то тебе больше опыта дадут. Тут за преодоление расстояния тоже дают. Врёшь. Нет, не вру. Врёшь. Нет. Ты просто хочешь, чтобы меня убили вместе с тобой. Абсолютно нет. Тут реально дают как бы бонус за то, что ты больше проехал. Так, ну там чуваки по тому бананчику пошли, а мы вот через деревушку. Просто против нас играют, в принципе, не очень быстрые тоже танчики, поэтому. Непривычно, что радар в правом нижнем углу. Ну да. Вот лично для меня. Я на него так поглядываю иногда, но... Куда ты поехал? Топиться? А я к реке, да. Ты в воду не заезжай. А то можешь это... утонуть маленько. О, там противник детектед, по-моему, или нет. Ох, какой же он медленный. Можно, кстати, поехать к вражеской базе. Там, ну же, вот, да, захватить. Вот можно туда поехать. Наши, кстати, тоже могут захватить. Я же даже не знаю, есть ли там наши возле базы. Мы же не видим. Ну, за счет того, что у нас, типа, радиус связи минимальный. Ну да. Вообще никого. Ой, блин, какой я шустрый. Я даже тебя иногда, типа, с поля зрения теряю. О, я просто адово быстрый. 4 к 7 идем, чё, мы их больше, наши бой... А не, наших меньше, кстати. Надо тулить, короче, на захват. 5-8. О, да. Мы еще можем сейчас продуть. Бодренько так. Мы можем продуть еще до того, как мы кого-то увидим. Да, бодренькое рубилово, ничего не скажешь. Да. Не, ну, на первых уровнях оно всегда так бывает. Война требует жертв, вот правильно чувак пишет. Ага. Так, я вижу красный флаг, я еду тоже еду флаг. Туда же. Вражина! Он стоит ко мне спиной, он стоит ко мне спиной. Стреляй в него, стреляй. Сейчас, подожди, сведение. Максимум дэмэдж.
Молодец! Есть пробитие! А, по мне лупят! Броня не пробита. А, я его не пробил, прикинь. О, есть! Я его, нет, я его забрал. А! Откуда по тебе стреляют-то? Ты еще жив? Я не вижу, не вижу, не вижу его. Я даже не видел, откуда стреляют. По мне через кусты стреляли. А, ну, может, даже он, не видел. Тот танк тебя, по идее, засветил, получается. А тебя убили? Да! Я хоть за тобой поставил. Он где-то левее тебя чуть-чуть. Да я вот смотрю. Вон там чувак слева от тебя, ты же его видишь. Нет, не вижу. 39% у него. Нет, я его не вижу. Я вижу. Это трупик, скорее всего. Нет, у него 35%. Он дохлый. Ну ладно. 9 к 9 идем. Давай! О, вон, давай, Олег, впереди, перед тобой, давай! Вижу, давай, давай. Вижу, свожусь! Да, о, двое, двое, Олег, двое! Еее! Нифига себе! Это кто еще там один пулемета расстрелял? А есть такое там. Слушай, я тоже такое хочу. А ну попадай. Да, попадай, тут, блин, сейчас меня как попадут, блин. Да ладно, ты косой. Это не я косой, нормально. Это пушка косая. Уу! Ащи. Да! О, да хоть раз попади, а! Да, тут же ж тоже такое. Давай, это... Олег, тащи! Да там он двое, блин. Наши двое, тоже трое вас. Давайте, 3-2. Да все, уже захватили базу. Вражескую? Нашу, бандита, мы да. Победили! Да. Подожди. Произведено выстрелов 5. Прямых попаданий пробитий 3! А у меня даже знак классности третьей степени. Нанесено урона 89. Мы, кстати, ребят, играем без модов, без всяких, поэтому да. Даже ставить их не будем. Мы играем на чистом клиенте, поэтому, может, чего-то там не видно. Фига аж тебе, ты 182 опыта заработал, я только 123, это из-за того, что ты выжил. Во-первых, я забрал одного чувака, во-вторых, я, наверное, больше проехал все же. Так, ну, смотри, давай. Да, я стрелял, а его кто-то добил, моего. Так бы я предлагаю купил. Сразу же, вот прям сейчас, следующий бой сыграть. И вот на этих же танках? Нет, купить уже следующие танки. Ну, давай попробуем. Воетайп 2, вот этот, бери его. Прокачивай его, исследуй. Вот, покупай. Блин, конечно, экипажа у меня не хватит. Хотя, по идее, я с того могу пересадить. Но у меня... Да, ладно. Куплю так, его. Тайп ББ, правильно? Угу. Да, купил. В ангаре нет свободного места. Понятно. Так, сейчас я на секунду у себя сделаю паузу и продам несколько танков. Давай. За 60 тысяч денег у меня столько нету. Так, а я два танчика продал. Так, а что ты хочешь нет купить за 60 тысяч? Нет свободного слота для нового танка. Купите дополнительный слот или... Ну, ты можешь вообще продать вот этот танк, который у тебя первый есть, и на его место поставить этого. Ну, новый танк купить. Так, собственно... Зачем мне СССР? Китай. Во. Пить. О, купилось. Олег, спасибо. Купилось. У меня, кстати, один слот получается только есть. Наверное. Так, собственно, вот он, танчик. Даже на него могу что-то прокачать. Качай то, что ты можешь на него вкачать. Я вот пушку прокачаю, например, поставлю. Хотя, зря я, наверное, это сделал. Она и так второго уровня была, да? Ну, я все, я по максимуму вроде бы купил. Обслуживание, что я могу сделать? Могу снарягу, видимо, купить, да? Так, я советую, наверное, движок поставлю, гусеницы. Да. Рацию все-таки. Во. Ну, как-то так, попробуем. Вот он наш второй танчик. Жуть. Эти танки очень сильно напоминают первые танки с СССР тоже. Вот, так. Значит, это у нас стоит, это у нас стоит, стоит, стоит. Ну, я типа готов, наверное. Я не знаю, мне там в комментариях напишешь, что какой я нуб. Ну, все мы нубы на самом деле. Я готов, все, так-то. Мой второй бой. Давай. Так, сейчас я его хоть укомплектую хоть чем-то.
У тебя деньги есть, у меня нету. Ну, я продал пару танков, которые мне, говорю, в принципе, не нужны. Да. Давай, легкий танк. Викерс МК Е Тайп Б. Погнали. Так, ты нажал готов? Да. И я нажал готов. Поехали. У меня дальность связи целых 90 метров. Ты представляешь, что я могу сделать с чуваками в радиусе 90 метров? Да вообще. Обматерить могу. О, мы практически на самом днище. Да. Вы посмотрите на этот обрубок. У тебя дуло длинное? Макс? Ну... Ну, я вижу, хотел что сказать у тебя... шутку, но потом подумал, что лучше не надо. Как там, бодренький китайский танчик. Да, вообще прям такой тра-та-та-та-та. Я вообще вот предлагаю, видишь, дом впереди, перед нами стоит. Да. Вот я сейчас за ним просто стану и буду ждать, когда засветят или замочат, блин. Три, две, одна, поехали. Ты, конечно, бодренько так будешь сейчас все. Дыр-д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 ы
да. Так, главное сейчас въехать сюда, вот так вот, оп. Ну, тут два варианта. Либо нам сейчас плюхи поприлетают сразу же. Хотя вон светляки поехали светить. Сейчас посмотрим, что они там нам насветят. Ты уже куда-то стреляешь? Это не я. А. Ты сильно в меня веришь, я тебе скажу. О, кого-то засветили. Ну, ты туда не едь особо. Блин. Так, все там с той стороны получаются. О, у нас тут есть... Не попал. Гад. Ух, ничего себе, как они бодренько поехали воевать. Не пробил. Броня не пробита, да ладно. Есть такое дело. Не пробил, да ну вы издеваетесь. Сколько можно поднять? Минус 49 урона дал. Ай. Че его глючит-то так? Да офигеть, они всех выносят, и я даже прицелиться. Я умер с одного выстрела. Тебя кто-то явно спалил. Так прикол в чем? Я говорю, я три раза попал, не пробил, не пробил, не пробил. Ваншот. Блин, давай же, хочу его. Олег, я так не играю. Ваншот. Зараза. Ну бывает, что у тебя жизни, блин, он как и у меня 155. Не, ну прикол в том, что я стрелял, и не пробил. А мне на тебе и все, плюху. Обидно. Я пока жив. Умирай. I'm alive. Сейчас высунусь куда-нибудь, посмотрим. Сейчас мне тут как вот, слева. Насуют, блин. Ой, а что они так пролагивают, как-то рывками дергаются? Слева, слева, Олег. Да, о. Не попал. Трое там. Он засранец стоит. О, хорошо. Хорошо. Не пробил. Ну вот этого может попасть. А, блин, туда. Не попаду в него. Давай, заберу. Не пробил. Да как? Косой. Давай, Олег, тащи. Я уже умер. Ага. Мне вообще обидно. Меня сваншотили, вон слева, да. Да, ну только я в него не могу прицелиться, он сильно низко получается. О, так могу. А, блин, он за здание уже заехал. Ого. Забрали его. Ну вот там еще засранец был, по-любому. Так, посмотрю я, как я за кем-нибудь другим. Ну вот еще. Ай, забрали, не успел. Ё-моё, они по 180 урона наносят одним выстрелом. А я пробить не могу. Все, меня убили. Ура! Но я, по-моему, второго забрал, а может и нет. Фиг его знает. Так, ну, в общем, вот такая у нас получилась первая наша танковая серия. Это не прикольно, когда у меня пробития нет, а они меня ваншотят. Ничего, разыграемся, будем тащить. Ладно. Ну, в общем, ребят, на этом пока тогда все. Надеемся, вам понравилось. Не судите строго, я вообще первый раз играю, так что, ух! В общем, всем пока. Да, всем удачи, всем пока.